Здравствуйте! Это прогноз погоды на АТВ. Я Сергей Алмазов. Расскажу, что нас ждет за окном в субботу, 18 февраля. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам пасмурно. Днем по-прежнему минус 13, а ночью минус 24 градуса. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В южных районах пасмурно со снегом. Несмотря на это, ожидается потепление. Днем до минус 10 градусов, ночью до минус 20. Помимо этого, ожидаются сильные порывы ветра до 14 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, со снегом. Синоптики также обещают потепление. Днем температура воздуха поднимется до минус 8, а ночью до минус 20. Ветер будет сильнее, чем на юге. Его максимальная скорость до 17 метров в секунду. Пожалуйста, будьте осторожнее. С вами был Сергей Алмазов. Берегите себя. Улан-Удэ «Стальмост» приглашает на работу токаря, слесаря по сборке металлоконструкций, сварщика, слесаря по обслуживанию вентиляционных систем, слесаря сантехника, фрезеровщика, сверловщика, наладчика оборудования, машиниста крана, контролера ОТК, инженера. Узнать о вакансиях можно по телефону 505-505 или 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды!